Разноцветные шары как символ борьбы с гомофобией. В Мурманске состоялся радужный флешмоб, участники которого хотели привлечь внимание к проблемам дискриминации. Спонтанная акция была посвящена довольно острой теме. Дата выбрана не случайно. 25 лет назад, 17 мая 1990 года, Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Подобные флешмобы проводятся во многих городах России и Европы. Их цель – напомнить окружающим, что у каждого человека есть право на самоидентификацию. Разноцветные шарики говорят о яркости жизни, что наша жизнь не черно-белая, что наша жизнь, она яркая, полна разных красок, разных ракурсов, разных вариаций жизни, разных характеров, ну, также в числе и ориентации людей. И к всему нужно относиться просто, к всему нужно относиться более терпимо. Нам много чего не нравится в жизни, но не нравится — не слушай, не смотри, не участвуй. Это выбор каждого человека.